Вы знаете, ну, может быть, не самое удачное название. И в этом контексте согласования марша против палачей с палачами это довольно забавно выглядит. Но дело не в эстетике и не во вкусе. Да? Дело в том, что уже довольно длительное время, больше полутора лет, можно сказать, власть получала, полтора года назад власть получила недвусмысленный сигнал о необходимости перемен. Власть этот сигнал в сущности закатала под асфальт, власть его проигнорировала. И власть довольно целенаправленно ведет дело к закупориванию, да, к возврату в застой, к такому, значит, к вакуумному существованию России. И не думаю, что уже какой-то марш может тут что-то поколебать. То количество, которое выходило полтора года назад, было вполне достаточным для того, чтобы изменить что-то в сознании. Власть выбрала другой путь. Я не думаю, что что-то поменяется. Я думаю, что власть взяла путь на курс на закупоривание, на точечные репрессии, они уже идут вовсю, на подавление гражданского общества. Я думаю, этот курс будет продолжен.